Теперь сочинцы за вывоз мусора будут платить не за каждого прописанного в квартире или доме человека, а из расчета за каждый квадратный метр помещения. Так, сочинцы, проживающие в многоквартирных жилых домах, будут платить по 9 рублей 17 копеек с каждого квадратного метра квартиры. В частных домах расчет будет другим. Сумма платежа с одного домовладения, если оно не больше 75 квадратов, 318 рублей 10 копеек. Если площадь дома до 150 квадратных метров, за вывоз мусора его хозяину придется платить 656 рублей 19 копеек. За дом от 151 до 250 квадратов придется выложить больше 954 рублей, а за площадь свыше 250 квадратных метров чуть более 1272 рублей. Таким образом, систему оплаты привели в соответствие с жилищным кодексом. Такое изменение в тарификации за вывоз мусора связано с тем, что в Сочи сдается очень много жилья, и зачастую в съемных квартирах живет гораздо больше людей, нежели прописано. Индивидуальные дома, квартирные жилые дома, значит, там очень много, конечно, сдается помещений и предоставляется услуга временного жилья. Мы на сегодняшний момент постановлением главы утвердили тарификацию, то есть она на сегодняшний момент, как вы сказали, что с 1 числа начинает действовать. Квитанции с новым расчетом за вывоз мусора сочинцы получат уже в январе 2015 года.